Не знаю, вроде что-то писал, писал, потом все сбилось. И так, на всякий случай, если пролетело от записи. Я тут практически уже проход один сделал. Вот эта бритва поступила в заточку от Влада в рамках акции. Я уже все позабывал. Что я хотел сказать? А, вирус Будулай. Вот, бритва заточена, и один проход я уже сделал. Значит, сразу вывод. Хорошо, работает четко, вполне себе комфортно, как для немца, так точно. Но для новичка это будет тяжело. Она легкая, она юркая. И в строении близком к клину, то есть она такая, особо там ошибочек не будет прощать. Работает чисто, четко. Но для нее глаз да глаз. Именно из-за размера и строения клинка. Тем временем первый проход мы откатали. И опять же таки, не знаю, там я монтажи делать не умею и не делаю их никогда. Поэтому если где-то у нас вводная часть растворилась в пространстве, сегодня пену мы добыли из мыла Soul Place под названием Lime. Хорошее рабочее мыло, без вопросов.
Самый носик я умышленно скруглил. Самую малость, дабы, ну, она имеет и так достаточно такую как бы стремительную геометрию. То есть она вот такая ровная, и нос этот он заканчивался четко ровно. Но там был такой как небольшой заменчик. Я решил убить двух зайцев одним выстрелом. Подровнять, выровнять, ну как бы привести в рабочее состояние сам носик и сделать его чуточку круглее, дабы в работе она была покомфортнее. Конечно, определенном количестве опыта вот такие приближающиеся к узким бритвы способны, конечно, творить чудеса. Но обратной стороной медали в этом деле стоит отметить то, что начинающему она может повредить, навредить, вернее. Именно за счет вот такой своей юркости и шустрости. Не забывайте протирать руки насухо.
Вот, собственно, и все. Если по-простому, и все-таки она немка. Вот она. Яркая представительница немецкой школы. Яркая. Бреет на твердую четверочку. Ни раздражения, никакого, ничего нет. Значит, однозначно я бы не стал ее рекомендовать как первую бритву для новичка. Однозначно не стал бы. Она очень юркая, очень легкая, очень маневренная. Это такая бритва для человека, который уже умеет бриться. Бриться. Как бы такое... приличное время. Ну, без табачка не могу обойтись, конечно, само собой. Поэтому вот такая вот ситуация. Ну, в общем-то, и все. Спасибо за внимание и до скорых встреч в эфире. Пока.